что, расскажи, я вижу, ты сегодня сделал себе щелку. Да, я очень люблю. Мы на концерте «Стигмата». Как тебя зовут, во-первых? Карина. Отлично. И ты, я смотрю, в розовом, как и я. Ну да. А, ты любишь «Стигмату»? Ты первый раз? Да, я обожаю «Стигмату». Я второй раз в жизни на концерте. Это я в прошлом году была на этом же концерте. И тебе подарили билет, ты говоришь, на этот концерт? Да, сегодня я была на сходке, мы создавали сходку. Сегодня вот мы собрали ребят, и мне говорят, я не могу пойти сегодня на концерт. Он говорит, Кариночка, возьми билет. Я говорю, хорошо, все, я беру билет, и все, я рада. А давно ты слушаешь группу вообще? С 2007 года. Я очень рада этой группе, мне очень нравится эта группа. Я вообще вот люблю песню «Сентябрь горит» в отражении глаз. Это вообще это моя любимая самая песня. А ты слышал новый EP? Они выпустили на днях. Честно, я не слышала, но я вот надеюсь, то, что сегодня я их услышу. Я очень рада была бы их услышать сегодня. Всем спасибо. Пожалуйста. Слушай, ну расскажи, что ты сегодня делаешь, как тут оказался? Мне нравится «Стигмата». Серьезно? Ты не шутишь сейчас? Честно, правда, очень качественно. На самом деле, да, чем качественнее музыка, тем приятнее на нее ходить. Ну, то есть ты тяжелую музычку тоже слушаешь, да? Да, почему нет? Но не стоит одним панк-роком жить, на мой взгляд. Отлично. Можно нескромный вопрос, если что, мы потом вырежем? Я вижу, у тебя какой-то фингал есть под глазом. Что случилось? Да, я играю в хоккей просто каждый день сейчас. На музыку забил. Не репетируем, играем. Я знаю, что ты хоккейный вообще. Хоккейный. И, короче, попала шайба просто в нос. А фингал под глазом. А я не стесняюсь, потому что с фингалом круто ходить, понимаешь? Да, то есть как-то можно сказать, что ты отстоял панк-рок, отстоял эмо-панк, отстоял металл, в конце концов. Отлично. Можешь что-нибудь еще про «Стигмату» скажешь в завершение? Если честно, я... Первым, ты на них когда-нибудь до этого уже ходил? Если честно, я буду сегодня впервые вживую слышать «Стигмату». Никому об этом не говорим, естественно. Но то, что я слышал на звукозаписывающих устройствах, меня совершенно устроило. То есть, на мой взгляд, группа при всем той непопулярности, да, стиля, который там сейчас переживает, но ребята, главное, не опускают руки, играют дальше, постоянно записывают новый материал, играют в хороших клубах, концерты с хорошим звуком. Почему бы и нет, как бы, почему бы не походить на... По мне, металл — это круто, как бы, и, не знаю, «Стигмата» молодцы, что не останавливаются и продолжают делать. И главное, что делают новые пластинки. Мне вот говорят, новый альбом вышел. У них EP-шка вышла, да, не так давно. Да, надо обязательно послушать. Если, может быть, ты в курсе, была такая старая группа, альтернативная, «Скэнк» называлась. Да. Вот у них есть кавер на эту группу там, на EP-шке. Да, слушай, круто. Все, ладно, спасибо. Все, да, ну привет, Чак, было приятно тебя здесь привет, увидеть. Привет, как дела? Конечно же. Как тебе концерт? Слушай, классно, я так давно не был на концерте группы «Стигмата», что прям даже забыл, как это звучит. Очень круто, ребята молодцы, я прям дико зарадовался. Наконец-то вернулся снова в мой 2007 и вспомнил то, с чего мы начинали, ребята. Ну ты... Большая ностальгия, скупая мужская слеза. Ты, кстати, часто ностальгируешь? Я периодически, да, мы все тут в одной теме. Я всегда ностальгирую на концертах наших друзей. Я прям тебе вот «Стигмата» тут респектовали со сцены. Ты вообще давно с парнями знаком? Да, я давно знаком с парнями, я не помню даже с какого года. Но мне кажется, вот с того года, когда вот «Лед» вышел, я помню самый первый клип, который я видел, это был как раз «Лед». Это, наверное, 2005 где-то. Нет, 2000, мне кажется, уже 6-7. Я не помню, в каком году «Лед» вышел, но мне кажется, это все 2007. Вот я обычно тоже «Лед»
летом меряю стигмату. Надо, просто тут как бы, как в Библии, идет отчет от сентября. Да, у меня тоже. До сентября. Нет, у меня от льда. Сентябрь же после был. Да, сентябрь был после, вот сентябрь, скорее всего, 2007, а лед, наверное, 2006. А, что за вопрос был? Забыл. Ну, вообще, как давно парней знаешь? А, ну, давно. Вот знаю с тех пор, как они начали приходить на интервью, и мы что-то с кайфом. Ну, мы же видим, что все в татуировках, все в аду, горим рок-н-ролл, угар, тыры-пыры. Конечно, мы познакомились, задружились. Мы же с Тарасом, не более, еще в Rock DJ с Мафией вместе выступали, поэтому у нас там свои особые отношения. Последний раз, кстати, когда Тарас приезжал в Москву, он проспал поезд именно у меня дома. Так отлично. Что нормально. Так, ну, мы, кстати, продолжаем тусить на вписках, так что, несмотря слышал? На то, что нам 38. Да. Но это никто не скажет, кто не знает. Кто не знает. Вот. А как тебе, кстати, EP-шка, ты не слушал? У них недавно релиз. Я, к сожалению, не знаком вот с новым творчеством Стигматы. Я все ориентируюсь вот на то, что я слышал, когда работали все на Иване, вот сентябрь, вот лед, крылья там и так далее. Вот на этом мое познание Стигматы закончилось, но я с удовольствием послушаю новый альбом, если парни мне его задарят. Хотя, с другой стороны, мне уже некуда вставлять этот альбом, потому что нет ни одного дисковода дома, поэтому я, скорее всего, в iTunes себе закачаю и буду слушать. Да, я думаю, он уже там. Ну ладно, не будем терпеть. Ты сам-то слышал, ты понравился? Да, конечно, да, я слушал. Все, если ты рекомендуешь, то я с удовольствием послушаю. Надо оценить. Ну, классно было? Все, давай, спасибо. Давай. Давай.